съехали с трассы, чтобы заварить себе в дорогу. Привет, ребят, там, блядь, хуёво проезжать, вот, блядь, вот так пробка правая. Коллеги, подскажите, показать большая трасса. Ну, там, блядь, там опустили уже дорожники, ушли. Бедный, сука, смотри, не могу тебя сейчас схватывать. Нихуя тут никогда нормально не живет. Спутников нет, ничего нет, навигации нет. Спутников нет. Спутники вон. Ни одного спутника. До этого были с утра, с 9 пропали. По Навителлу по-старому едем. Но он не туда ведет, поэтому поедем по памяти выехать. Поведет сейчас нас налево, а мы направо. Угу. И вот сейчас еще раз. Направо и там на тоннель. Налево. Направо. Налево, налево. На тоннель туда. Нет. А. Ведет, да? Да. Повел. Утром обновили. Вчера искал без GPS, а сегодня не ищет без GPS. То есть сотовые тоже получается, не понимаю. Там еще светофоры. Да, два светофора должно быть. И потом выезд. А оттуда мы должны были съезжать сюда. Да. И там под тоннелем проходим тоже. А здесь так и потихоньку вклиниваемся сбоку. А я здесь уже не помню. Тебя стресс. Смотри, 54 и 56 цены. Роснефть. Тут видишь тоже все равно. Поворот будет всей дороги. Держитесь линии. Хоть понимает.
есть пробка, у нас была пробка до этого. Прямо 55 километров. Хорошо.
вон смотри-ка, нет. Нет, нет. Просто правее. Какую-то херню. Возьмите правее, затем поверните направо. А нет, Сабинка. Поверните направо. В Сабинке мы объезжаем Владимир. Владимир, да, или что? Да, Владимир. Маршрут перестроен. Прямо 4 километра. Глязь вам будет. Переезде нам еще до выезда на М7. Мы сейчас где-то посередине объезда Владимира. Получается. Плюс-минус. А у меня повела. Переезд длинный, большая очередь. А это встречный у переезда. Я думаю, это платная дорога. А я вот на мусор вот это что там? Это кладбище. Продолжайте движение 38 километров.
съехали с трассы, чтобы заварить себе в дорогу вермишельку. Вермишельку. Вот я хочу, чтобы убрать их отсюда. Еду по Навителлу. Яндекс тут чморил, вот я решил по Навителлу ехать. 50 метров, возьмите правее. Поставил себе контрольные точки, по нему фиг поставишь. И еду. Комплекс едет, не знаю, включен он, включен или стоит, когда он включен и работает. Покушать, покушать. Куда-то покушать. Конечно, вдоль дороги лучше съезд какой-нибудь, но там все засрано. Сейчас тушеночки и роллтоночки с помидорчиком. Там кофе пьют. Там пробка, говорят, до переезда. Дальше. Дальше, да. Тут еще немного едем. Переезд. Ольга рассосала. Переезд, ребят, там, блядь, хуёво проезжать. Вот, блядь, вот так пробка собралась. Короче, от Мячикова переезд плохо проезжать, поэтому пробка. А, все? Ну, какой скорее.
3, 4, 5, 7, допустим, да, лет. Дорога целая. Им за это платили, чтобы они не выезжали. А если не выехали на ремонт, их бы штрафовали, вот тогда бы хорошо было бы. Делали бы изумительно просто. Тогда даже и дорог не будет, и выезжать не будут они. Вон тренога стоит, она бочку, наверное, пасет, я так думаю. Хороший год. Спасибо. Вон идет. Ну, сейчас их примут. Давай его снимем. Молчат, это тут камера тренога стоит. Блин, камера, она только фиксирует, она обочину нихуя не фиксирует, блядь. Он сегодня без работы, нахуй. Сегодня голодный будет. Вот этот сокол с рекламой всех достал уже по дороге. Дорожный комплекс. Что? Ремонт дороги постоянно, говорят, тут. Переезд. Вот из-за этого мы стояли час. Объездная Нижнего. Больше часа должно быть. Это капец, ребята. Это жесть. Камер нет.
давно ехали тут тоже. Машины шлифовали, тяжело им подъем идти было. Постоянные пробки были. Не в нашу сторону, а встречка. Пробки были. Дороги, блядь, газон расчистывали 50 газов. Вот они опять встали. Да, встречка стоит у нас. Вот они говорят. Коллеги, подскажите, на Казань большая пробка? Пошел просто запутанная, блядь. Нам запустили уже дорожники и ушли. Спасибо, принял. Это я об этом, я вообще наизделаю, ебать, у вас сколько нахуй. Специально стоит, чтобы потом разогнаться, да? Будут, блядь, перед, да. Впереди. Тоже уже заикается. Да, согласен, блядь. Через одно мокрое только. Местный, сука, самый ебанутый участок нахуй. Нихуя тут никогда нормально ничего не было, блядь. Это было такое. Да, блядь, Казань себя переделал нахуй. Чуваши еще перековыряли, все переделали. Тут, блядь, все ямки кладут нахуй. Каждый год, блядь, новое. Сука, у вас ума не хватает, что ли, две полосы туда, две обратно сделать, блядь? Идиоты, блядь. Все, уже казанский. Офигеть, сколько пробок сегодня. Ты уезжал, блядь, сюда слышно, блядь. Как то не так, то не это. Да ты с тобой, блядь, сука. Блядь, делают хуёво, не делают хуёво. Чё стоим, блядь, чё не... Чё быстро едем, блядь. 15-й канал не для этого, блядь, назначен. Теперь мы стоим. Дорожные работы. Согласен, вот сейчас вторая волна мобилизации скоро будет, ребята. Также без обочины. Ты новости открой, посмотри законы, какие каждый день принимают. Увидишь, к осени пойдем все. А вот поехал, да? Окей, делай. Ты как хотел? Ездили машины, блядь, там и магазины бомбили, блядь. Вперед. Молодцы люди, что могут свое слово-то сказать царю-то ихнему. 1410 год основания ДСК. Пробочка в сети. Чё ползут-то еле-еле там? Я не понимаю, вот это что ползут еле? Перед ним ничего нет, ни хрена, он ползет как он. А вот и говорит, что газон, говорит, выехал и говорит, погнали. Про него, значит, сказал. Тот перед нами, тот говорит, значит, да. Березы висят тут тоже. Видимо, прошелся тут ураган или что-то. Прям вообще, о-о-о. Они, наверное, надломились, я так думаю, да? У корней где-нибудь там. Аратынск, да, похоже? Львова. А, Львова, да. Тимки, бай-бай. Красная горка. Очень много там человек видит. Хорошо подшелся, видимо, да, ветер? Да.
0,3. Еще нам 173 километра. Этот мост старый, да, ведь, по-моему? В этот раз гораздо дольше мы едем. Из-за пробки. Пробок-то офигище. Здрасте. Третья, 25. Сейчас карту. 95-25. Бонусный карт есть? Да, сейчас. А 30 литров двойные бонусы не считаются? Ну, давайте 30. 3-95-30. Сейчас. Войдет, надеюсь. Угу. Должно вроде. Карты, да? Да. Да, карты, карты. Угу. Так, так, так. GPS-нет. 30 литров, двойные бонусы, говорит, за 30. Это все, что ли? Да, он остановился, и медаль нашел. 30, вон написано. А что не увезу? Проехали. Автохолодильники от 12 тысяч рублей.
покупаем нерабочие. Под конец еще пробочка. Чебоксар. На 14 канал или по телефону 8-917-655-5533.